трагедии в Одесском доме профсоюзов. Жестокая расправа украинских радикалов над сторонниками антимайдана. Здесь удар по населенным пунктам ЛНР за неполных 2 часа. И свыше 3 мною принято решение о проведении специальной военной операции. Частичка героев есть в каждом из нас. Звездою внутри греет душу теплом. И если случается недобрый час, ты помнишь, что есть в твоем сердце добро. Вечно живут в благодарных сердцах. Им покровительствует только Бог. Герои земны и в небесах. Белою птицей летит самолет. Идеалы вопреки истории. Вроде несложно проследить мотивы тех героев, которые в наши сердца закладывают гордость, воспитывают твердость, подвигают на рекорды. Герой военных конфликтов для сына просто папа. Грудью закрыл от пули командира, не заплакав, но уронил слезу, когда рука держала снимок, где в детском парке всей семьей стоят они в обнимку. Не сосчитать всех подвигов, что совершали деды, из цепких пальцев смерти вырвать нам победу. Бесценные поступки, судьбы города и страны. Жаль, что не все герои в лица попадают в кадр. Неважно, молод или стар, девчонка или парень, память героя, что в сердцах наших пылают. Для подвига найдется место, не зря же есть пословица: героем не рождаются, героями становятся. Но для тебя, герой, скажи, на что ты сам способен. Потомков есть ты и твой портрет. И на хранимой Богом русской земле, знай, и ты можешь стать героем в сегодняшнем дне. Героями не рождаются, героями.